Так, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости, участники выставки декоративно-прикладного искусства, которая у нас называется «Иван да Марья». Детская школа искусств приветствует вас вновь и рада вас увидеть. Ну, вы впервые, приходите к нам почаще. Издавна доброй славой пользовались в народе хорошие умельцы. И про таких говорили: мастер на все руки. А мастеров, как мы увидели сегодня, очень-очень много. Хочу процитировать слова Антона Павловича Чехова, который сказал: «Искусство дает крылья и уносит далеко-далеко. Кому надоела грязь, мелкие грошовые интересы, кто возмущен, оскорблен и негодует, тот может найти покой и удовлетворение только в прекрасном». И я благодарю всех участников за ваше мастерство, вдохновение, энергию и за ваши счастливые глаза, потому что мы рады видеть вас. Вы рады поделиться своим мастерством и искусством. Спасибо вам. Ну и Анна Викторовна у нас, председатель городского отделения художников Подмосковья. Да. Кто меня не знает. Я хочу, как обычно, сказать несколько слов об этом проекте творческом. Этот проект, он существует с 2016 года. И здесь было очень много всякого разного интересного, что даже, вот, мне кажется, мне времени не хватит перечислить все, что здесь было на выставках. Каких только мастеров здесь не было. Вот. И в этом году, в 2022, мы здесь проводим грандиозную выставку. Нам даже места здесь мало, вот сколько нас много. Вот, мы просто молодцы. Вот, и надеюсь, что в дальнейшем этот проект будет развиваться, и он расширит свои границы, и мы здесь будем с вами творить. Не только здесь будут художники декоративно-прикладного искусства, но также будут и фольклорные, и хоровые коллективы, танцевальные коллективы. То есть наш проект, у нашего проекта, скорее всего, должно быть большое будущее. Вот. Сейчас здесь присутствует много очень мастеров, целых 17 человек. Перечислять я их не буду, мы вот в конце торжественной части вручим им грамоты за участие. А хочу сказать, что помимо выставки здесь у нас проводятся мастер-классы. И мастер-классов здесь несколько. И очень все интересны, и очень здорово, что сюда пришли дети с родителями, которые могут поучаствовать в этих мастер-классах. Здесь и лоскутное мастерство, здесь и куколки из ткани, здесь и соломка, вот, здесь и брошь из фетра, здесь и резьба по дереву. Очень много разных мастер-классов. Очень хочется всем участникам и гостям этой выставки сделать подарок. Этот подарок нам приготовил коллектив «Живоронушки», и руководит этим коллективом Вечернина Анастасия. Вот сейчас они нам исполнят замечательную русскую народную песенку «Ой, сад во дворе». Bye.
хотим уже наконец-то открыть эту выставку и вручить дипломы нашим замечательным мастерам, нашим участникам Иван де Марье. Итак, диплом награждается Дрозд Светлана Ивановна. Светлана Ивановна, она, кажется, вот она. Самый взрослый наш участник. У нее замечательные картины вышивкой. И, кстати, эти картины выставлялись в нашей картинной галерее. Идите, пожалуйста. Вот. Спасибо большое. Я первый раз участвую на таком мероприятии. Ну и очень приятно, что я в своем возрасте являюсь достойным участником такой аудитории. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Галина Иосифовна Давидович. Это я. Да. Спасибо вам. Спасибо. Может быть, скажете, что... Спасибо. А я во второй раз участвую. Мне мало было одного. И очень люблю это все. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо. Хорошо. Демидова Елена. Климачева Марина. Я уже в третий раз участвую в таком фестивале. Очень приятно, что в этом году меня приняли в Союз художников из Москвы. Вот, Диана Викторовна у нас представительствует в Красноармейске. Приглашаем всех и занимайтесь тоже творчеством. Да, можно Марину поздравить дважды. Она вступила в Союз художников. Да. Под Москвой очень тихо говорит. И участвует в нашей выставке. Спасибо. Екатерина Михайлова. Спасибо. Шайкина Нина. Спасибо. Скобелева Светлана. Каждый год участвую в этой выставке и благодарна организаторам за такой огромный труд и за то, что они дают нам возможность общаться друг с другом и видеть столько прекрасного. Спасибо большое. Спасибо вам. Ольга Вечернина. Сиренина Анастасия и Сиренина Ольга. Это наша ученица, наша школа выпускница. А мама подтянулась, да. Вот, у нас тут даже с семьями выставляются. Молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. Ольга Чернышова. Кузнецова Надежда. Петрикова Анна. Спасибо. Это у нас был самый первый участник этой выставки. Да, я именно да, хотела сказать, что самая первая выставка Иван де Марье как раз состоялась из двух участников. Мы выставлялись вдвоем. Вы представляете?
То есть выставка была в 2006 году Анны Петриковой и Анны Маркитановой. Да. Да, мы были основоположниками этого проекта. Спасибо, Тянечка. 2016 Куркова году, Ирина. Простите. Спасибо. Спасибо. Монахова Ольга. Спасибо. Спасибо вам огромное. Первый раз с нами участвует. Да, первый раз участвует, такая душевная атмосфера, надеюсь, не последняя. И мы надеемся. Олечка, приходите в следующий фильм. Вечернина Анастасия, руководитель фольклорного коллектива «Жаворонушки». Иди, иди сюда. Иди, иди, иди. Молодец. Солист. Поздравляю своего руководителя. Махновская Светлана. Петр Левенков. Петр Левенков у нас преподает в школе искусств. Он член Союза художников под Москвой, активный участник во всех выставках, вообще мастер своего дела. Резчик по дереву и гончар. Правильно я выразилась? Поздравляю, и художник. И награждается диплом Анна Викторовна Маркитанова. Да? Спасибо. Спасибо. Всем спасибо. Выставка считается открытой.